Если вы начинаете к этим изменениям относиться как к труду, каждый шаг, который дает вам результат, это как в спортзал ходить. Приходишь сначала, думаешь, господи, боже мой, все тяжелое здесь. Да. А так раз чуть-чуть, понять, два чуть-чуть, три чуть-чуть, уже, так сказать, и пошло. Вот. Это что такое? Был труд. И вы видите результат. Моща. Да здравствуй, перемены.